И всем привет, вы на канале Хитко. Сегодня мы будем 24 часа на тракторе в игре «Летающие вещи и люди». Я уже уеба. Такс, где? Все плохо. Едем, куда мы едем, я не знаю. Это куда трактор меня поведет? Знаю, взрослый, бля. А, все нормально, я живой. Так, сходи. Так. Подожди, где вообще поезд? Ух ты. Так. Ну, поезд на какой-то остановке, потому что сразу игрок, который заходит, вроде он сразу на остановке. На первой, значит, он где-то на остановке. Да, я был прав, он на остановке. Летим. Прилетели. Не-не-не! Так, так, куда мы полетим, я пока не знаю, но поехали падать, поехали падать с пяти этажек. Да, трактор я тебе, ладно. Где я? Так, еще раз. Мяу. О, да, кринги. Такс. Где? Арт-момент. Такс. Трактор. Так, боже, мне кажется, надо этот ролик назвать 24 часа стал трактористом, блин. Может быть, кстати, и правда. О, ровно в цель. Угу. Ну вот бы еще бы мне ответил мой друг Сева, мы бы с ним играли на тракторах. Но сегодня нету моего друга, потому что у него сегодня ДР, и он будет праздновать. Но играть он сегодня не будет, как я понял. Такс. Эльпако. Нет, стоп! Такс. Где я? Пока что не понимаю. Я понимаю. Я не понимаю. Как я здесь оказался? Такс. Улетаю. Нет. Охотник, тракторист. Ты куда меня отбил? Такс. Ага. Куда пойдем? Я не знаю, куда пойдем. Но нам в дома в итоге нельзя. Ну, потому что туда только люди могут зайти. Где я? Так. 250 плюс 250 равно 500. Что у него в инвентаре есть? Что? Делаться. А, я на них пытался, не умеет летать. Ага, вот как раз мне и пишет Сева. Но он говорит то, что не будем играть. Я же вам говорю. Такс. Все нормально. Сейчас я вам покажу секретку, но я в нее не смогу залезть, потому что я на тракторе. Вот, это секретка. Там, короче, дырочка. И туда можно пробли. И туда можно пройти. Вот здесь вот. Вспоминаете? Там есть какая-то дырочка. Ну, короче, я в нее уже попадала. Наверное, я еще буду снимать видео типа секретки. Так как я знаю много секретов. Сейчас он полетит вот сюда. Сейчас мы ему под рельсы попадемся. Так, ждем.
всякий случай заспавню своего малыша. Может быть, он меня спасет. Может быть и нет. А, вообще нормально. Где я? А. Смотрите, если я умру или слезу с трактора, то это не считается то, что типа я проиграл, потому что, ну, если я умер, то я умер. Но это не засчитывается то, что я типа проиграл. Мы просто потом продолжаем. Этот ролик должен длиться 27 или 30 минут. Но так как я записываю с айфона, я не знаю, сколько я записываю. По крайней мере, то, что он у меня сломан. Да, трактор, встань ты уже. Если что, iPhone 9, он такой старенький, но мне на нем прикольно играть. Уиу. У меня есть, конечно, два телефона. Омагад, Поко. У меня есть Поко. Омагад. И еще что. Так, осталось 4 минуты. Получается, мы уже с вами играем где-то 10 минут. Это не точно. Так, полетели на завод. Заводик. О, как раз поезд подъехал. Поезд. Поезд. Поезд меня толкнул. Я люблю ломать спагетти на закате и развесить где. Кто я? Я Лунтик. Кто я? А. Ладно, поехали. Здесь моя копия до сих пор лежит, то есть мой ребенок. Боже, почему он меня не давит? Он должен давить. Странно. Мяу. Почему я теперь падаю только на колеса? Ну правда, ну что я падаю только на колеса? О, автомат. Через 3 минуты. Так, что здесь самое максимальное? 150 монет. Или 200. 150. Да, 150. Вот почему? Типа в стендофе там? В боксе типа шанс на комонку просто 1000000%. А здесь шанс на комонку 5%. Вот бы так же в стендофе. Так. Все равно мой друг Сева уже в стендоф не играет. А я хотел с ним в стендоф зарубиться. Ну ладно. Ко мне друг сейчас присоединится, походу. Так, заходи ко мне. Только почему-то он пишет го, но он не прочитал говр-б после кора. Ладно, а как он узнал? Какой ник? Либо он топ... Ладно. Обычно во мне какие-то там. Так. Ладно, полетели. А куда я уже? Это уже не мой вопрос. Так, он пишет ок. Пацаны, мы будем не одни играть. Только там уже длится где-то 5 часов. Ну, мы уже с вами тогда, когда я могу эту рулетку крутить, должно то, что мы с вами уже снимаем 10 минут. Должно быть. А хотя я ждал эту рулетку 14 минут. Ну, потому что я тупой.
Он вышел и зашел. Офигеть. Кто ты ко мне зашел, вышел? Your friend. Чей? Я снимаю видео. Так, он будет со мной, походу. Ну, он софт, это не удивительно. И нет. Все равно, думаю, всегда издеваются, значит, нет. Ну, я знаю его там проделки, так что это не софт. Да. Ладно, пропустим. Так, ну я полетаю, он тоже. Блин, жалко, мы с ним не по звонку всегда играем. Ага. Нужна помощь. Понял, нет. Ладно, поехали. Куда поехали? Нет, не надо, дядя. Чё ты меня врезаешься? Мяу. О, кстати, можно воткнуть сюрикен. Блин. Сюрикенчи. Таномену кукунди. Столю весер губо. И киенсо. Исис мой хол. Так. Летит ты на... Бля, мой трактор верхний. Все нормально. Это меня-то не бери. Ладно. А, он всегда за мной будет ехать, значит, все нормально. Пау. Теперь улетаем. Улетай. Заскамили мамонта. Или нет? Да, заскамили. Кто я? А, все нормально. Где я? Так. Стоять. А, шариком. Давайте возродим шарики. Хочу... Ладно, не смогу. Еще. Ладно. 24 часа без него. Угу. Завод. Где я? Ну, я где-то в Татаре. Может быть, и нет. О! Ладно, поехали. Вот, кстати, мы... Значит, прошло где-то 10 минут. Ладно. И мне выпало... 100 монет. Неудивительно. Удивительно. Угу. Ну, я уже могу купить какашку. Интересно, она большая? Если да, то я ее куплю. Если маленькая, то не. Гроб. Что? А, еще два трактора есть разных цветов. Баскетбольный мячик.
ФНФ, что ли? Прикол. Это елка, это дом. Монетка. Нет, монетка слишком маленькая, я знаю. Книжка тоже слишком маленькая. Здесь две книги. Это что? Это что? Чилик. О, грибочек. Это кто? А, грибок. Грибок. Так, ладно, поехали. Ой, где? А где Вить? А, вон. Все нормально, он вернулся, то есть все плохо. Я знаю смех Кобяков. Так. С ним точно все хорошо. Карусель, начинаем рассказ. Карусель. Ага. Кто мы? Кто я? Лети! Я тоже полетел, но куда, я не знаю. Лети! А, я же за ним пойду! Он тонет, он становится красным. Вроде обычный мой день. Ну и вот трактор здесь. Все же я буду карусель. Карусель, начинаем рассказ. Хилл. А что Хилл, он уже сдох? Или нет? Он сдох. Да, он сдох. Такси. О, такси. Знаете, вам 5000 рублей. Что со мной не так? Что с ним не так? Я тоже так могу. О, лучше бы я не двигался. Карусель. А где он? А, все нормально, он в воздухе. Будет пранк года. Или нет? Поехали. Ай, дали, ай, ласканс. Поехали. Все нормально, мы будем летать. Или не будем. Это не точно. Карусель, начинаем рассказ.
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, короче, начинаю. Пока что все идет хорошо. Но что с ним, я не понимаю, что с ним. С нами происходит какая-то жесть. Что с ним происходит? Его там и колбасит. Карусель, карусель, начинаем рассказ. Карусель, карусель, начинаем сальтуху. Он 125 миллиардов сальтуху уже задел. Мяу. Я могу сам себя сейчас остановить? Так. Полетели. Где? А. Самолетик, да бля. Где он? Он на тракторе. Все хорошо, все плохо. Уиух. Хатфу. Ты тракторист, бля. Пошел на... тракторист, тракторист, не надо, дядя. Все, до свидания. Это очень плохо. Хуя. Хуя, сэху. Я, ух, кто я? Дядя тракторист стал дядей Сережей. Дядя Сережа. А пошел-ка ты нахуй. Все, до свидания, дядя Сережа. Дядя Сережа, до свидания. Дядя Сережа. Дядя Сережа научился летать. Дядя Сережа, пошел ты на. Дядя Сережа. Дядя Сереж. Дядя Сережа, бля. Дядя Сережа, отпусти мой трактор. Все, пошел нахуй. Ля-ля-ля-ля-ля, сейчас помою я, бля. Все, меня нету. Меня нету. Меня нету, меня. Кунтин канун, кунтин канун. Мяу. Кто я? Я просто научился плавать. Все нормально. Так. Куда ехали? А в Дали Кавказ. На-на-на-на-на-на-на-на. Что это? Чрихмас, что, бля? Чхрисмас, Чхристман, Чхристман. Я как бэк за проезд. Я камбэк. Лох. На-на-на-на-на-на-на-на. А вдали Кавказ. Пошел ты в ананас. Нет. О, нет. Дядя Сережа, пошел нахуй. Дядя Сережа. Дядя Сереж, ты меня пугаешь! Трактор, трактор, трак, 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 этого Хрисмаса мамку еб... Да пошел ты нахуй! Все, пошел нахуй. Да ты... Давай, давай, выходи, выходи, пупсик.
Давай, давай, давай. Опа. Опа. У меня замерзла жопа. Мяу. Она каринга. Всем пока!